Всем привет! Серьезная схватка со Странником, давайте сразу начнем. Напоминаю, что у нас поменялась колода, и Странник теперь в нашей колоде. Что? У тебя нет дел поважнее? Давайте начнем сразу битву, ребят. Странник против Странника, плюс у него, как я напоминаю, две особенных карты, которые, конечно, будут нам неприятности вносить в нашу дуэль. Так, вот эта штука, скорее всего... О, мне, погодите, вот это, кстати, возможно, я оставлю себе, нет? Оставить? Не оставить? Ладно, давайте поменяем, может что-нибудь поинтереснее придет. А, ну понятно. Ну, в принципе, ну ладно, что сделаешь. Так, я буду начинать со Странника. Мы еще не видели ульту, но я думаю, что ульта у него очень интересная будет. Так, отлично, есть! Посмотрите количество анима дайсов. Да ты что, серьезно? Да, бывает это редко. С этим ничего не сделаешь. Этот куб очень опасен, напоминаю. Чтобы его убить, нужно специфические действия предпринимать. И сейчас нам потребуется вот эта карточка. Поехали. Бьем с Ешки. И у нас еще будет один удар, две карты. Тогда погодите. Тогда я сделал глупость, надо было использовать это, да? Да, надо было это сделать. Да, он тоже... Ох, ты минус 3. Почему ты делаешь минус 3? У тебя, видимо, какая-то... А, артефакты свои использовал, да? Хорошо, я тебя понял. Погодите, что это? То есть это работает именно так, да? Я буду бить следующую карту, хорошо, пусть будет так. Минус 3 при этом, с обычной руки. Да, он сейчас мне тоже в ответку даст. Ну неприятно, конечно, что он с первого удара отнял минус 3 хп. Он переключается, смотрите. Он решил подставить его. У нас есть один дайс лишний, поэтому Катерину сразу поставим на всякий случай. И скипаем. Я, на самом деле, просто хочу добить до ульты. О, есть он минус тоже, тоже. Так, одну карту, скорее всего, он потеряет, ребят, сразу. Ух ты. Вот этого я не ожидал, конечно. Это мне надо было скипать. Надо было убрать это из колоды. Но, в принципе, ладно. Ссылочка на колоду, кстати, будет в описании к этому видео. Надо подумать, а на самом деле, кем мы дальше будем бить? Может быть, на Альбедо перейти? Как вы думаете? Или у нас... Ладно, не будем рисковать. Я еще не знаю, на самом деле. Может, мне не хватит дайсов. А, надо же. Ну я же сейчас не до Альбедо. Ну как можно-то так? Минус 3, минус... Оу, е, поехали. Мне это нравится. Ульта у нас будет готова, кстати. Сейчас мы ее попытаемся использовать. О, минус 7, неплохо. Погодите, 3 дайс. Может быть тогда возьмем, попробуем вот эту штуку поставить. Я не знаю, ну хотя поздновато с моей стороны, но... Ладно, рискнем. С учетом того, что мы одну карту просто уничтожаем из ее колоды, из его, поэтому бесполезно. Нет, нет, это еще не бесполезно, подожди. Плюс 3 карты пришло. Отлично. С руки! Мы можем бить и восстанавливать хп. Понимаете, насколько это интересно будет? Может быть, мне продолжить дальше со Странником играть? Минус 4. А-а-а. Хитро. Ладно, я, кстати, конец хода еще не объявил. Надо было это бы сделать. Ну, по идее, он тоже конец хода должен объявить. Альбедо 6 хп, нифига себе. Так, а вот здесь уже серьезная ситуация. Этот куб, на самом деле, несет очень большие проблемы. И мне нужно будет за один раунд его убить. Я вообще не знаю даже, как это сделать. Урон должен быть очень большой. А мы вместо того, чтобы бить куб, сейчас будем бить, к сожалению, Странника, да? Офигеть. Ладно, универсальные дайсы мне идут в помощь. Минус 2 или минус 1. А, нет, смотрите. Так, что мы будем делать в этом случае? Как мне интересно сделать так, чтобы этот куб погиб за один раунд? Объясните мне, пожалуйста. 1, 2. 2 удара я могу донести. А, нет, я могу даже... Смотрите, мне же 3 дайса придет. Точно, смотрите-ка. Да, это довольно сложный момент. Не знаю, ребят, не знаю. На самом деле, лучше бы Дехи ходил бы в этот раз. Дехи очень даже неплохо справилась бы с этим кубиком. А может попробовать все-таки поменять? Да, давайте попробуем так. К сожалению, другого выхода нету. Мне кажется, Дехи только куб сможет убить. Теперь надо очень аккуратно все это сделать. Сначала ставим вот эту штуковину, да.
Да, давайте вот так вот сделаем. Так, а эта штука работает. Если был нанесен элементный урон, эта карта получает один заряд. Элементный урон только что был на ваших глазах. Давай, есть. Умница. Теперь нужно очень аккуратно все делать. А мы не добьем опять. А, или подождите, ульта будет. Ульта будет. Да, ульта, по идее, должна спасти меня. Так, ульта 4 стоит, это 7. У нас все дайсы будут потрачены только на все эти удары. Окей, я согласен. Да, с этим кубиком, конечно, ребят, все это очень печально. Теперь мне нужно что-нибудь потратить из этих карт. Я думаю, что Катерина вторая мне уже не потребуется в этот раз. Я думаю даже, что вот эта штука мне тоже не потребуется. Поэтому все, ставим на ульту. И по идее, если он не переключится сейчас, то мы уничтожаем эту карту. Я надеюсь, он этого не сделает. Давай конец хода объяви. А, можешь бить, без разницы, в принципе. Я даже на это был готов. А, даже вот так вот, я забыл, вот оно что, я совершенно, ребят, забываю, у него же есть ответка. Да, Дехи в этом случае против этого кубика очень хороша, на самом деле. Ну, здесь становится жарко, ребят, очень жарко. Придется скипать, да? Выхода не остается. Вот у него теперь есть ульта, это означает, что он может, скорее всего, одну карту просто аннигилировать. Я не знаю, как ульта распространяется, по-моему, по той цели, на которую он, в принципе, и бьет. Тогда мне придется, я не знаю, Дехью подставить. Офигеть, нет! Что? Нет, не хочу, не буду. Фаза броска. Как? 7 кп снять, у него уже ульта есть, это же безумие. Кем мне бить-то, скажите, пожалуйста. Я хотел бы какую-нибудь элементную реакцию использовать. Мне придется для этого анема, скорее всего, да, брать. Офигеть, а, вот это неожиданно, ребят. Я не знаю, как сейчас лучше поступить. Он же может просто все три карты мои уничтожить. Вы же понимаете, да? Насколько все грустно. Мне это даже карта не спасет. Его урон будет нереальнейший. Он будет с ульты бить. Он бьет с ульты. Так, хорошо. Здесь минус 2 я могу сразу ударить. Одну карту я теряю. Но лучше потерять, мне кажется, странника, да? А, нет, он же тогда, если сейчас ударит рассеиванием своим, да, то он еще и эту заденет. Да, слушайте, какая патовая ситуация. Тут прям... Этот ход будет последний, ребят. Этот ход будет последний. Мы тогда можем, знаете, хотя бы как сделать? Плюс-минус хотя бы немного восстановить. Дехью не спасти уже, это 100%. Даже если я сейчас делаю 3 единицы урона, он просто аннигилирует ее, да? Скорее всего, будет ульта, 100%. Я уверен в этом. Ладно, бьем пока так. Ну да, естественно. Шалеть, минус 8. Я говорил, вообще ничего не спасет. Ух, ну сейчас будет больно мне, да, ребят, сейчас будет реально больно. Минус 2, если он выдержит, то мы победили. Если нет, то это конец. Это будет конец, просто конец. Ух, как сложно, не хочу. Че, конец хода, что ли, объявит? А нет, элементный навык, смотрите. Так, хорошо. Что мы можем сделать? Один дайс-то у нас есть все-таки. Финальная фаза, вот это мы сделаем. Хотя без разницы, по-моему, это бессмысленная штука. Это бессмысленная штука, ребят. Это бессмысленная. Я надеюсь на то, что у него больше ходов не осталось. И я смогу нанести следующий удар. Первый, в следующем раунде. Скажи, что все, конец, пожалуйста. Нет, он продолжает! Да, значит, у него дайсы есть подходящие. Значит, он ешкой ударит. А, нет. Офигеть! Вы понимаете? Это же невероятно! Пожалуйста, без сюрпризов, я прошу тебя. Один удар мне нужно нанести. И да, эта колода, конечно, совершенно тяжелая. Пробивает эту.
Так, Альбеда, на тебя вся надежда, пожалуйста. Ну что, это финал или нет? Минус 2, ребят, это минус 2. Это минус 2, это просто минус 2. Я на всякий случай, мало ли там что-то произойдет такое, ну, на что прям... Давайте сделаем хотя бы защиту небольшую. И просто ударим с руки. О-о-о-о, есть, неужели? Я вообще под конец думал, что сейчас куб возродится. Я шучу, конечно, этого такого не должно было быть, но все равно. Тут уже, ух ты, вот эта битва была, ребят, на грани, понимаете? Последний удар завершил все. И эта скучная игра наконец-то закончилась. Теперь ты довольна? О, сейчас я дух переведу, подождите. Я думал, не смогу победить. Ладно, дальше у нас будет еще интереснее, судя по тому, что я вижу, это нереальнейшие просто противники. Особенно Елань, я жду. Лини, Линец. Ой, какие же у них будут колоды, насколько они будут сильные, вы узнаете в следующих видео. Ребят, не забывайте подписываться, писать комментарии, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, смотрите видео до конца. Обязательно подписывайтесь на все каналы, ссылки, которые вы найдете в описании к этому видео. Ну а так, спойлер небольшой, что следующее это у нас Яо Яо, которая в случае победы заменит у нас в колоде Альбеда. Увидимся, пока.